как вы считаете, что должно измениться в нашей программе с приходом весны? Поменьше снега. Бывает, вот вспомните, если вот что-то вот такое особое, вот, может, не очень, не всегда запоминается, вот какую-то одну тему, может, вот выделить среди всех остальных вот этой передачи? Ну, допустим, как воспитывать детей. Мы, допустим, не знаем еще. И вот мы приехали из Житомира, и сегодня буквально на несколько у нас свободных минут, потому что мы взяли билеты, положить вещи негде, камеры хранения... Толпы очень громадные. Я очень люблю программу «Взгляд». А как вы считаете, с приходом весны, что в ней должно измениться? С приходом весны, ну, я думаю, надо все-таки показывать, может быть, больше положительных примеров, как в экономике, в нравственности нашей, что изменилось. Пальто весеннее. Невозможно больших размеров купить. Все молодежные, а для нашего возраста нет. Ну, я считаю, что нужно все-таки поднять проблему о взаимоотношениях молодежи. Вообще как-то передача должна быть интереснее. Побольше музыки. Да. Побольше музыки. Побольше музыки. Любовь, наверное, в первую очередь. Меня больше сейчас волнует проблема 37-х суровых годов. Еще больше надо правды говорить. Это то, чтобы больше действительно было правды о нашей истории. Молодежь должна знать историю. А я хочу сказать, что программа «Взгляд» очень поздно начинается и кончается. Побольше такой музыки. Побольше, наверное, металла надо. Che cos'era la mia vita se una vita avevo già? Che cos'erano i miei sogni che mi portano con te? Verso un mondo che ora è proprio come se le vostre voci si uniranno a noi, ci sarai anche tu a colorare questo attimo, porterai dentro noi la gioia. Temere del futuro, che il futuro siamo noi. Tante sono le speranze che camminano con te. Verso un mondo che sarà proprio come io vorrei, se le vostre mani si uniranno a noi. Ci sarai anche tu a colorare quest'attimo, porterai dentro noi la gioia di stare qui. Canta con noi, potresti accendere in ogni cuore una speranza in più. Canta con noi, vedremo la
Добрый вечер, друзья. Мы поздравляем вас с началом весны, и к этому поздравлению присоединяется итальянская группа Future, которую вы только что видели и слышали. Это группа победительниц молодежного тура, традиционного конкурса в Сан-Ремо, 88. И теперь я хочу представить людей, которые будут участвовать в нашей программе, наших гостей. Это писатель Юрий Поляков. Наверняка многие из вас знают его по таким произведениям, как «100 дней до приказа» или «ЧП районного масштаба». А вот недавно совсем по итогам «Комсомольской правды», это номер за 27 февраля, он был признан в тройке. Это такой своеобразный хит-парад, проводил только по книгам, по телефильмам, по спектаклям и по пластинкам «Комсомольская правда». И по произведениям литературы Поляков занимает третье место. Но, правда, его обогнали такие произведения, как «Дети Арбата» и «Плаха». Так что, ну, по-моему, очень солидная компания. А рядом со мной находится Андрей Константинов. Это обозреватель газеты «Комсомольская правда», как раз та, которая опубликовала этот хит-парад. Так что, видите, любые вопросы, какие у вас возникнут или к Юрию, или к Андрею, или вообще вы пожелаете откликнуться на те сюжеты, которые будут у нас в программе, пожалуйста, звоните. Наш телефон не изменился. Это 217-45-03. 217-45-03. Так что мы ждем ваших звонков. Ну, вообще, по традиции, в нашей программе всегда много гостей. Ну и сегодня также будет их много. И я хотел бы начать с самых молодых, пожалуй, наших гостей. 2 марта в Москве закончилось союзное совещание молодых журналистов. И вчера мы пригласили к себе в гости некоторых из участников этого совещания. И вот какой разговор у нас состоялся. Я хочу вам сейчас представить, кто будет участвовать в нашем разговоре. Это Володя Нечипорук. Он редактор радиостанции «Молодая гвардия». Рядом со мной сидит Павел Черепанов. Он приехал к нам из Барнаула, с алтайского телевидения. Дальше идет Валц Клейнс. Он член редколлегии журнала «Лесм». «Пламя» по-русски. Правильно я произнес, да? Правильно. Дальше у нас идет наш гость из Азербайджана, фамилия Исмаилов, корреспондент газеты «Вышка» из города Баку. Рядом с ним сидит Мгер Даваян, корреспондент газеты «Совет Аканайстан», советская Армения. Рядом с ним Бесик Уригашвили, он представляет ответственный секретарь газеты «Молодежь Грузии». И это Октябрь Муминов у нас, редактор молодежной редакции телевидения Узбекистана. И ведута Андрей, он приехал к нам с телевидения Краснодара. Мгер, когда ты ехал на совещание сюда, ты, естественно, фамилии не знал. Как вы встретились, учитывая те события, которые проходят на Горном Карабахе? Да, мы с фамилием встретились в союзе журналистов совершенно случайно. Мы стояли, вот вы говорите, что эти вопросы не поднимались на совещании. Вот неформально они поднимались все время. Собирались разные журналисты, узнавали, что мы за Кавказе, из Армении, из Азербайджана отдельно и вместе просили рассказать им, что творится, потому что информация была неполна. Этой информации не было. И вот мы с фамилием встретились, так и разговорились. И у нас сложились очень хорошие отношения. Я думаю, что за эти два дня мы подружились, успели подружиться. Вопрос остро стоит, но вы спрашивали, что делает пресса. А пресса по национальному вопросу не делает ничего. А дело в том, что никто из нас даже не задумывается о том, кто сидящий рядом со мной. Вот я не задумываюсь, кто рядом со мной, Вата или Валера, или кто-либо еще. То же самое, я уверен, Гера и Бесик, и все мои друзья, которые вот здесь собрались, они тоже об этом просто не задумываются, понимаете? А что касается освещения национального вопроса в прессе, то это действительно не освещается. Что касается другого, воспитания интернационализма, в этом смысле можно делать очень много и делается. Я могу судить по нашей газете, мы никогда не говорим о том, что вот армянин любит азербайджанца, или азербайджанец любит армянина, и так далее. Русские, грузины, белорусы, украинцы, нет этого. Нет призыва к любви, он и не нужен. А подспудное воспитание этого чувства, вот это другой вопрос. Я могу привести массу других примеров, я могу рассказать о другом. Вот славится. Мы понимаем, примеров можно привести достаточное количество. Все-таки мне представляется, что национальную проблему в каких-то очень розовых красках представляешь. Я бы не сказал. Я, например... Все правильно, я согласен с тобой. Потому что действительно все это гораздо глубже и гораздо острее. И вот сейчас последние эти события воочию нам показали. Такое благодушное настроение, вот как сейчас, к чему это может привести. Надо называть вещи своими именами. Сейчас, я считаю, надо говорить, что надо решать национальный вопрос в том виде, в котором он нам оставлен эпохи застоя.
То есть, когда не только эпоха застоя, эпоха сталинизма. Сталинизма. Доходит до смешного, когда чиновник из Министерства культуры Украины говорит мне в интервью, я прошу, говорю, у нас украинское радио на украинском языке, он говорит, мне проще говорить по-французски, чем по-украински. Но ведь ленинский принцип, что чиновник, он из России или откуда угодно приезжает, он должен изучить язык той республики, того края, где он живет. Вот, допустим, я с завистью читаю материалы, там, когда из Казахстана, где Колбин, первый секретарь Компартии Казахстана, уже сколько он там, недолго ведь работает, он говорит по-казахски, общается с народом. Вот материалы из Эстонии. Это хороший факт, я просто перевел. Колбин был вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, и он выучил грузинский язык, кстати, в свое время. Ленинский принцип подхода. Вот, знаете, нам бы было очень интересно, если бы официальное руководство Азербайджана, работники, научные работники азербайджанцы выступали бы со своим мнением по этому вопросу в нашей прессе. И то же самое творилось бы у них. Вы понимаете, вот это было бы оптимальным вариантом работы прессы в этих условиях. Потому что мы говорим каждый от своего имени и не слушаем, что говорит другой. Я что еще хочу сказать по этому поводу? То, что мы фактически историю развития наших республик, культуру, искусство, я уж про искусство не говорю, даже литературу, совершенно не мы фактически не знаем. Мы не знаем армянских художников, мы не знаем прибалтийских писателей, мы не знаем узбекских поэтов. Ну и можно продолжать сколько угодно. Что об этом говорить? Вот отсюда, вот корни-то идут, отсюда. Мы не знаем друг друга, получается. Вопрос авторитета. На кого ориентироваться? Кто может быть авторитетен в этом вопросе, да? Как ты лично сейчас считаешь, кто может помочь, кто может быть ориентирован? Пресса, может быть, если она честна. Ни русский, ни латыш это не решит. Это решим сообща. То есть все вместе. Вот и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и узбеки. Сейчас вот я больше чем уверен, что пойдут такие призывы к интернационализму. Опять, чтобы это не вылилось в компанейщину очередную, чтобы это было подкреплено другими какими-то решениями, чисто экономическими решениями. Вот надо как-то, я не знаю. Понимаете, нам трудно, нам очень сложно жить, так сказать, находить общий язык вот между друг с другом в наших взаимоотношениях. Но иначе просто нельзя, что без друга нам невозможно вообще. Прибавь жадский, каждый нам ленкан.
Надо сказать, что проблемы, национальные проблемы волнуют не только журналистов. Совсем недавно, несколько дней назад, закончился пленум Союза писателей СССР. 2 дня он шел. Шли разговоры, сложные разговоры. Пленум был непростой, острый. И, кстати, это хорошо, потому что ведь раньше, ну, мы что делали? Мы просто декларировали такое жизнерадостное двуединство. Социалистический интернационализм и советский патриотизм. И этим ограничивались, а пришло время анализа. И вот такой анализ попытались сделать на нашем пленуме. Да, действительно, национальный вопрос непростой и требует, наверное, более детального обсуждения. И да, кстати, прошу прощения, познакомьтесь, это сотрудник нашей редакции, корреспондент Саша Александр Ухов. Я уже так Саша по-свойски называю. Саш, ты что, с Северного полюса вернулся? Я знаю, ты туда летал. Да, только что я вернулся вообще-то. Только что я вернулся из 47-й аппаратной. А если на самом деле, то и серьезно, я действительно был на точке в Советскарпке, которая ближе всего к Северному полюсу. Это было всего несколько часов назад. И давайте вот посмотрим репортаж, который я подготовил специально для сегодняшней программы. Давайте посмотрим. 3 марта 1988 года навсегда войдет в историю освоения Арктики. Сегодня отсюда, с мыса Арктического, это самая крайняя точка островов Северной Земли, стартует впервые в истории международной трансарктической экспедиции СССР «Северный полюс Канада». 13 путешественников, отважных путешественников, 9 из Советского Союза и из Канады, пройдут до Северного полюса 980 километров, это по прямой, и затем еще 750 километров до мыса Колумбия в Канаде. Итак, через несколько минут старт. В безбрежной снежно-ледяной пустыне сейчас они одни. Тоненькая цепочка из 9 советских и 4 канадских путешественников движется со скоростью 20 километров в день к своей поставленной цели. В наших передачах мы, конечно, расскажем обо всех участниках экспедиции. А сейчас поближе познакомимся с ее начальником Дмитрием Шпаро. Он кандидат физико-математических наук, отец 2 сыновей, участник и организатор 6 арктических походов газеты «Комсомольская правда». А ты вот вообще в экспедиции диктатор или демократ? Ну, диктатор только тогда, когда приходится. Вообще-то я человек очень сильно сомневающийся постоянно, поэтому мне вообще трудно быть диктатором. А в экспедиции часто приходится быть диктатором? Ну, это диктатура не совсем та, ну вот, которая подразумевается. Давай единоначалие тогда, может да быть, нет, правильно? Нет. Ну вот, к примеру. Вот наша жизнь не здесь, когда мы путешествуем, когда я должен себя проявлять как начальник, который отвечает за жизнь людей, когда вот действительно вот вся полнота власти должна быть в моих руках. А когда наша жизнь протекает в Москве, в спокойных условиях, когда никому никакая опасность не грозит, и когда я как начальник, в общем-то, по сути дела, не должен был бы себя проявлять. Но как раз вот это вот диктаторское начало, к сожалению, оно проявляется главным образом в Москве во время подготовки. Потому что у всех масса дел, все заняты, в нашу экспедиционную жизнь вмешиваются обстоятельства, которые связаны с работой ребят, с семьями, самыми различными общественными обязанностями, которые у всех есть. Ну и очень часто ребята находятся в каком-то клубке противоречий. Они просто не знают, что им делать. И
тут, к сожалению, очень часто приходится на ребят оказывать давление, чтобы вот в этом клубке противоречий они все-таки находили время для экспедиционных дел. Вот тут их приходится понукать, направлять, заставлять, командовать. И вот тут мои функции начальника действительно проявляются. Но они мне не доставляют никакого удовольствия. Это делается только в силу необходимости. И ребята к этому, по-моему, привыкли. Они делают то, что я прошу. И часто кто-нибудь мне говорит из них, вот, пожалуйста, скажи тому-то, что нужно делать то-то. Потому что я ему говорю, вот, участие экспедиции, один другому говорят. Я ему говорю, он это не воспринимает. Ты скажешь, он поймет, он будет делать. И мне приходится действительно ребят заставлять, действительно ребятами командовать. Это мне не нравится, но это неизбежно, это необходимо. А что касается здесь на маршруте, то мне приходится прибегать к власти начальника очень редко. Практически таких случаев даже не бывает. Мы все решаем коллегиально. Бывают ситуации острые, опасные, когда просто кто-то должен говорить, что делать. И тогда ребята ждут, чтобы я сказал, что нужно делать. Тогда я это говорю, но если бы меня не было, сказал бы кто-нибудь другой с тем же успехом. Дим, у тебя есть орден Ленина. Ты известный человек. Все равно ты ходишь в эти экспедиции. Теперь ведь ни славы, ни награды больше, наверное, уже не будет. Почему же все равно ты идешь? Не, ну это все-таки наш поход, он все-таки не связан с орденами. И когда мы шли к Северному полюсу, мы шли тоже не для того, чтобы получить орден. Поэтому сейчас мы идем, и тогда мы шли. В общем, причины у нас одни и те же. Ну, это интересно. Мы все убеждены, что это нужно, что это очень полезно. Дело в том, что я человек сейчас уже не молодой, и осознание самого себя у меня, по-моему, достаточно глубокое. Я хорошо понимаю, что я могу сделать в жизни. И чувство долга, оно как раз связано с тем, что я могу сделать. Я должен сделать то, что я могу. Вы знаете, я, если вы не возражаете, вас покину, потому что последние сутки я практически не спал и стремился успеть вот именно в эту нашу программу. Спасибо. До свидания. Тебе, Саша, всего доброго. Спасибо. Надеюсь, что будешь встречать еще на канадском берегу эту экспедицию. Вот тогда успеешь ты к нам на программу или нет? Это возможно. Сначала встреча на Северном полюсе. Хорошо. Спасибо тебе большое, Саша. Ну а мы продолжаем нашу программу и. Кстати, мы тоже подготовились, наверное, к такому же походу. Вот здесь несколько сюрпризов в пакете. Благодаря, Андрюша, нашим читателям, да. Я думаю, что мы можем спокойно. И не сейчас... читателям, а телезрителям. Это уже профессионально. Да, вот первый сюрприз. Посмотрите, пожалуйста, на этот чайник. Этот чайник как раз вот к нашему столу. Мы можем втроем одновременно разливать. Вернее, я одновременно на три чашки могу разливать этот чай. Там пока чая нет. Чайник. До чая мы еще дойдем. Теперь, кроме всего прочего, в нашей коллекции, присланной зрителями, есть такой концентрат бульонный рыбацкий. Прислала нам его читательница из Челябинска, которая проживает, значит, на Свердловском проспекте. Она написала об этом, о несоответствии, так сказать, упаковки и самого вкуса. Дело в том, что концентрат бульонный рыбацкий состоит из почему-то говяжьего жира. И тут есть, так сказать, сахар, соль, больше ничего. В общем, мы не можем, к сожалению, нет времени у нас для того, чтобы попробовать его здесь сварить, но доверимся читательнице, которая, значит, все это растворила в энном количестве воды и в результате получила просто чистую воду, больше ничего. Вот, так сказать... Но с каким запахом? Но запах... Передать его невозможно вообще, вот. Кроме этого, мы получили... приличное, так сказать, количество чая от разных наших читателей. Значит, весь этот чай в различной упаковке, но, как правило, это чай за номером 36. Ну вот у нас у всех тут одно какое-то мнение, почему этот чай до сих пор непонятно, почему этот чай носит, например, номер 36, поскольку 37. Нет... Или не 35, да. Или 34. И, во-первых, нет, так сказать, номера 36, поскольку нет первого, второго, третьего и так далее. Но, больше того, после 36 не следует ни 37, ни 38, а следует сразу 300. Да. Таким образом, мы располагаем, значит, только чаем 36.
Ну и о его качестве, собственно говоря, сказано очень много, и всего этого не передать. Мы думаем, что по ходу нашей передачи мы, значит, этот чай заварим. Попробуем заварить. Попробуем заварить. И потом покажем читателям, что из этого получится. Ну и, соответственно, я думаю, что мы присвоим тот номер ему, который, может быть, в дальнейшем будет смысл маркировать этот чай, и все тогда смогут ним пользоваться. Ну и, наконец, последний экспонат. Это, значит, производство, вернее, упаковка московской экспериментальной реалбазы хлебопродуктов. Крупа гречневая, ядрица. Это вообще-то большой дефицит. Она, к тому же, быстро разваривающаяся, как сказано здесь. И, значит, эта крупа не просто, так сказать, съедобный такой продукт, а лечебная крупа, которая выдается по специальному рецепту для диабетиков. И нам прислала москвичка то, так сказать, что выдается по рецептам. Я сейчас попробую высыпать и показать телезрителям. Вот это совершенно строгая рецептурная такая продукция, в которой есть, значит, по-моему, кирпич, содержание каких-то таинственных совершенно семян, ветки есть, значит, пшеница, битое стекло. И в этом плане у меня величайшая просьба к нашему Минздраву, когда будут выписывать крупу гречневую, значит, для больных диабетом, то ни в коем случае не нужно выписывать ее для тех, кто пользуется услугами московской экспериментальной реалбазы хлебопродуктов. Так все было бы хорошо, но где взять другую, Андрей? Да, другой не существует, поэтому я думаю, что на Северный полюс, если мы когда-нибудь отправимся, то отправимся только с этим чайником, с таким чаем и с такой же крупой, и, по всей видимости, с тем же вот нашим бульонными этими квадратиками. Ну, я думаю, тогда, в таком случае, Саша нас точно на Северном полюсе уже не встретит. Да, мы вряд ли дойдем, конечно, и уж подавно не возвратимся. Я думаю о том, что мы туда не дойдем. Да. Я думаю, в таком шуточном плане нужно продолжить нашу программу. И сейчас вы слушаете песню в исполнении Юрия Лозы. Вечер, позабыв обо всем, с жаждой встречи он выходит на съем, прижимая к боку свой магнитофон. На кассете итальянская чушь треплет ветер, рыжий крашеный чуб, даже за версту заметен он. Ах, какие ножки, да чего хороши. Не пугайся, крошка, телефон запиши. Все не наше, от носков до манжет, пусть папаша сам латает бюджет, он идет, считая, что неотразим. Он спокоен, предвкушая улов лексикона из 13 слов. Хватит для Наташек вер и зим. О, ах, какие ножки, да чего хороши. Не пугайся, крошка, телефон запиши. Ты чего? Ще без мазовой тусовки, ще уже. Пролистал он уйму бабиных книг, но остались лишь картинки от них. В голове пустой, красивой, молодой. Каждый вечер хвост поставит другой, ищет встречи, убивает собой. Курский, Псковский, Тульский, Бельмондо, Костромской, Бельмондо. Ах, какие ножки, да чего хороши. Не пугайся, крошка, телефон запиши.
Телефон запиши. Ну, чей телефон запиши, что он сказал?